Приветствую вас на своем канале. Здравствуйте. Сегодня мы хотим вам рассказать об экскурсиях, которые возят со станицы Голубицкой. Прежде всего, я хочу вам рассказать об экскурсиях, которые возят по Краснодарскому краю. Сначала рассмотрим с вами Темрюкский район. Одной из достопримечательностей, куда возят отдыхающих, являются грязевые вулканы. На Таманском полуострове у нас есть большое количество этих вулканов, но есть два места, куда возят на экскурсии из Голубицкой. Итак, это у нас вулкан Тиздар и вулкан Гефест. Вулкан Тиздар находится в поселке Зародину, как раз недалеко от Голубицкой. А вулкан Гефест располагается в Темрюке. Вулкан Тиздар. Цена будет приблизительно 1200. А на Гефест вам обойдется в 750 рублей. Но какое вообще преимущество поездки на Гефест? Так это то, что вы сможете посетить еще и музей «Военная горка», которая также располагается в Темрюке. Но там, конечно же, своя отдельная плата за вход. Это 150 рублей за взрослого и 50 рублей за ребенка. Итак, еще одна экскурсия, на которую возят с Голубицкой, это Затерянный остров. Что это такое? Это поездка на катерах по реке Кубань. Там вы сможете отведать уху, порыбачить и также покупаться. И это вам выйдет в 1100 рублей, приблизительно. Еще одно место мы вам посоветуем на Таманском полуострове, куда можно поехать на экскурсию, это Атамань, казачья станица. С доставкой и посещением у вас 1200 обойдется, рассчитано на целый день. Это очень интересно, я советую посетить. И детям понравится, и взрослым стоит. Мы там были несколько раз, и друзей своих туда привозили, им тоже очень понравилось. Фотографии на память сделайте, стоит посмотреть, как раньше жили казаки. Также посещаю станицу Тамань. Как правило, отдыхающих завозят на дегустации на заводы. Это либо Фанагория, либо это Шато Тамань. И, как правило, такая дегустация обходится где-то в 350 рублей. Также, если вы едете в сторону Тамани, экскурсионные агентства могут вас завести на Соленое озеро. Но это нужно уточнять. Оно находится в сторону Веселовки, и там очень полезно вообще, в принципе, там такие соленые лечебные грязи. Если вы хотите ознакомиться не только с Темрюкским районом, но и с другими городами Краснодарского края, Черноморского побережья, то вас свозят в Анапу. Как правило, дневная или вечерняя экскурсия включает в себя посещение пляжа, аквапарка и музеев. Еще одним городом Краснодарского края, куда возят туристов, является Геленджик. Как правило, здесь посещают сафари-парк с канатной дорогой, либо же аквапарки. Тут уже на ваш выбор. Если вы хотите посетить аквапарк, то со взрослого это будет стоить приблизительно 2600, а с ребенка 1500 рублей. Если же вы решите посетить сафари-парк, то со взрослого 2700, а с ребенка 2000. Отдыхая в Голубицкой, каждый отдыхающий думает, наверное, о том, как бы ему хотелось прокатиться по мосту, по Крымскому мосту. И поэтому тоже такие есть экскурсии. И в Крым, и в Керчь, и в Ялту, и Севастополь есть. Цена, конечно, уже будет 6500. И плюс там входные билеты, например, на какие-то экскурсии. Да, еще хотелось мне немножко добавить. Когда вы посещаете Крымский мост, вас, как правило, везут еще посмотреть город Керчь. Что вы сможете там увидеть? Вообще вас поведут по набережной, а там вы сможете увидеть средневековую церковь, также подняться на гору Митридат, где располагался некогда древний город Пантикопей, а также посетите Аджимушкайские каменоломни. Вот мы вам и рассказали, какие есть экскурсии. Дело за вами, выбирайте. И, конечно же, лежать на пляже – это здорово, купаться в море – это круто, но я думаю, гораздо больше даже впечатлений вы получите, если куда-нибудь поедете. Поэтому, советуем. Да, советуем. И спасибо вам большое за просмотр. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно пишите внизу в комментариях. Всем пока, спасибо.